Так, ну, в общем, мусор, ключи, мелочь у меня на проезд. Думала, идти или не идти забирать свой заказ камеры. Пока я принимала душ, мне пришла смс-ка. Соответственно, я сейчас пру за своей камерой. Ну что, я получила. Сейчас откроем, посмотрим. Всякие бумажки, книжки. Я думаю, это не особо интересно. Шнур, USB-шнур. Это шнур к самой заряжающейся фигне должен быть. К адаптеру, я так понимаю. А, вот сам адаптер, кстати. Подключаю шнур. Это что, это зарядка такая? Что-то я не пойму. Просто у меня от Legree Mini немножко другая зарядка. От Legree у меня вот такая. Я батарею саму вытаскиваю и ставлю сюда. Здесь чуть другой адаптер. Сюда батарея не вставляется. Вот этот шнур USB мы, походу, подключаем сюда. И уже потом к камере самой. В общем, сейчас разберусь. Это такая батарея, походу. Такая вот маленькая. На 870 миллиампер, я так понимаю. Ну и сама камера. Вот она, моя крошка. Вот отворачивается экран. Первые впечатления прикольные. Сейчас поставлю батарею. Еще бы разобраться. Ага, все, нашла. Теперь бы найти как. Ага, все, тоже нашла. Вот внизу такое отверстие. Я не знаю, правда, батарея заряжена или нет. Посмотрим. Есть разъем для штатива, это очень радует. И для селфи-палки. Включение-выключение с другой стороны. Ну, сейчас попробуем включить. Дата. Здесь сенсорный экран. Он так реагирует. Я даже не прикасаюсь особо. Saving time. Да какой Лондон? Moscow. Окей. No memory card. Есть memory card. Да, ее вставить. Все поняла. Возле отверстия для штатива есть отверстие для SD-карты. Ну нет! Да, все. Ну нет! Смотрите, как она включается. Быстро. Очень быстро. Это вообще супер. Legree Mini так не делает. Попробую записать хоть что-нибудь, пока есть заряд. В принципе, мне себя видно. Конечно, немножко непривычно после Legree Mini. Вот вы видите. Я еще буду ее тестировать, буду присматриваться. И цвет мне нравится, и удобно очень будет снимать на нее. Микрофон у нас сверху идет. Еще что немаловажно, это то, что она приближает и отдаляет. То, что я вам говорила, якобы она может заряжаться от шнура USB-шного с адаптером. Так оно и есть. Я могу, в принципе, пауэрбэнком даже заряжать ее.